Всем привет! Мы вернулись, как я и обещал, начал с того же места. Прям в это же время. Топ-3 майнер слушаю всех, топ-3 майнер слушаю всех. Топ-3 майнерс, я нашел еще алмазы. Я нашел еще один сундук. В нем железо, редстоун и хлеб. Я нашел алмазы, у меня вылетело. Вот так. Макароны, блин. Сколько макаронов нашел? 5. Красава. Окалэмэнэ. Гай. А я пошел в сторону лавы. А я пошел в сторону ресурсов. Тут немножко набираешь. Ты просто не представляешь, сколько здесь ресурсов. У кого 48 уровень? У меня 33. У меня 49. А не легче было бы спросить, у кого какой уровень? Не знаю. Итак, что ж, мы продолжаем копать. В этой серии мы, наверное, закончим с поисками ресурсов, потому что мы уже нашли кучу алмазов. Продемонстрирую это. Да. И в этой части мы в основном займемся тем, что будем выбираться из этого адского места. Да, верно подмечено. Всегда крутой. Братушки, я бегу к тебе. Ты где? Я здесь, где был данж, там я прокопал, и там лава была. О, красавчик. Продолжаем наш путь. О, молодец. Там еще сундук. Я его уже обшел. Ты был прав, у тебя тут не так нехило. Я знаю. Да, Бигель, да будь мне 6-го камня. Нет, у меня инвентарь заполнится. Ок, я его тоже выкину. Прощаем 6-й камень. Жертву получаем. И я никогда не понимал, нафига нужно жертвоприношение? Не знаю. Так, что-то мы перестали болтать. О, я нашел еще один, еще алмазы. Савчик вообще? У меня 8. У меня 5. Так, что ж, я нашел немножко угля. У меня уже знаешь, сколько угля? 64 или 35? У меня 16, 64. Так, что ж, вот. После того, когда будет уголь. Алло, меня слышно? Да. Ребят. Мы тут снимаем вообще-то. Да, ты как-то не вовремя пришел. Так, меня слышно? Да слышно, слышно. Не надо, красота. Это мы все выложим в интернет. Я знаю. Всем это понравится. У нас уже целых 100 просмотров. Да, беги. Вот. И назовем это сопли Димаши, да? А, да, правильное название, четко. Сопельки, сопельки. Забор жарить можно? Да, вроде. Ты уверен? Вроде бы все деревянное можно жарить. Нет, нельзя жарить лестницу. Что нельзя? Нет, лестницу можно. О, забор можно. Сейчас на это я докладываю железо себе.
Черепаш и ниндзя! И сейчас я сделаю себе супер типу. Извините. О, экстрим! Да прыгаем в лаву, да? Я умираю! Я выжил. В следующей или даже в этой части мы покажем вам, что такое экстрим. У кого есть пауки? Глаза. У меня один. Всего-то. У меня целый. Экстрим! Жрём паучий глаз! Ай, как больно. Лучше. Да. Что ж, это уже какая наша часть? Вы крутые, у нас уже много частей. У-ху! Что-то я не в тему слоны. Ого, чёрта! Я сломал верстак, из него выпал верстак и две палки. Поставь верстак, мне нужен. Спасибо. Так. Блин, палки есть? Мне как-то пофиг, я вылазил. А, кирка сломалась. Что-то такое неожиданно так. Я вылазил, дрынс, ой. Ну, пошли, Ануар, ты со мной? Сейчас. Кто со мной, этот герой, да? Без меня, против меня. Я пока покопаю чуть-чуть. А хотя ладно, нафиг, у меня уже есть 8 алмазов. Я иду. Где ты? Устанавливай освещение. Я знаю, я куда. Потому что еще алмазы. Золото. О май гад. Сколько же вылазить придется. О, пещера. О. Так, ТП. Пойдем. И да. Привет. Тут пещерка. Привет. Ой, зомби сразу. Как радостно нас встречают. Да, о, крипер! Пока. Офигел? Видел, что я сделал? О, данжик. Бьет! На силу, помогите. Ай, хватит. Где? Я, наверное, на это видео поставлю Hide на Kids. Чё? Hide на Kids поставлю. Ой, да пофиг, что ты. Эй. Уголь. Не, ну видел тупо? Подхожу к криперу, он тупо меня обходит. Ты, по идее, блок тупо поставил. Давай еще разок. Встретишь моба, кричи, я приду. Мне охота поприкалываться. О, Бедель, давай сюда. Ты куда? В другую сторону побежал? Да. Пошел. Да я здесь, я перед твоим носом. Железо, дай это буду. Это важно. А да. Она у тебя сколько? Эй! Как ты не сделал? Ладно, добываешь, и вдруг какие-то мамбеты влазят, блин. Привет! Я тут тебе на помощь приду. Ты что, с алмазной уже? Нет, пока с железной, у меня палок не было. О, тут везде факелы. Да я поставил. Вот сюда идем. Наверх? Иди сюда, нет. Смотри, Бегер. А, вот так надо. Паук! Насилуют, помогите!
Все равно, хайд на кису, это уже не обсуждается. Они продолжают это делать! Прекратите! Прекратите! Гель, дай палки, я сделал маковую кирку, здесь обсидиан есть. Оу, мэн, что уже, да, доберемся, да? А мы верстак там забыли. Чё? А не, он у меня, он у меня. Чё? О, не, он у меня, он у меня. О, железка. Кажется, уже пора плеваться, мне кажется. Не, еще можно снимать. Ладно. На, я нашел уже целый второй стак редстоуна. Видел, какой мастер я? Взял, прыгнул в самое пекло монстров. Да. Выжил. Один паук. Потом скелет кое-что делал. Блин, из-за того, что я хаваю, не успеваю сломать. Смотрите, они сделают скелеты, скелеты. У тебя какой уровень? Какой уровень, Бигель? Не знаю, надо идти выше. У нас уже 32-й, 33-й, 34-й. Нет, я имею в виду левел. А, у меня 79-й. У меня 50-й. Вот так, ой, блин. А, нормально. Да отойди, ты толстый. У тебя костюм толстого, правильно. Наверх идем? Викинги, все толстые. Так. Я добыла еще немного угля. А, не, у меня его уже капец много, уже третий стак набирается. Крутяк, крутяк, пацаны. Пацаны, кручайте! Что такое? Меня! Нет, нет, уже нет, перестали. Меня, кое-что, меня, ну, понимаете. Бигель, иди сюда, я делаю нам путь наверх. Путь наверх. Я же за тобой. Да? Тихо, тихо, не иди к ним, я хочу. Давай, крикер, что, крутой, давай, взорви, взорви. Паук завис. Паук прыгнул меня убить и разбился. Давай, подходи, подходи, не стесняйся, давай. Я не кусаю. Давай, давай. Давай, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Да, я всего лишь бьюсь мечом, я не кусаю. Да? Красавчик, крипер. Тебе надо еще учиться и учиться взрывать. Мне было совсем не больно. У меня даже броня не сломалась. Я крутой. Много мобов есть где-нибудь? Да нет. Мне охота помочиться. Мне охота еще найти алмазы. О, я слышу курицу. Чего? И свинку. Чего? О, я слышу. Какого черта? Да мы, значит, уже совсем близко к земле. А откуда тут лава? Ну лава же везде бывает. Она вообще на поверхности бывает. А если она будет с небес литься, что ты на это скажешь? Кошмар. Такой, да? У меня еще есть 5 секунд, чтобы выжить. Быстро дерево, дерево даже. Короче, я пошел. Не толкай меня. В этой версии убрать, потому что толкать людей можно? Нет. Я кровью наверх. Ты сквозь меня будешь проходить. А, свет! Вот и земля. Свет! Свет! А где мы? О, вон он там.
О, круто.